ехал с коллегой с работы, то есть тоже все отлично, пострадавшего. Это лишь спустя время после аварии владелец японского паркетника может с облегчением вздохнуть и сказать, что все отлично, ничего особо страшного не произошло. А каких-то полчаса назад, как только иномарка вылетела на газон и начала сносить столбы, декоративные камни, по ребрике, водитель не был столь оптимистичен. Там движение только прямо можно, а он уже с выездом получается. В произошедшем мужчина на паркетнике обвиняет молодого человека, управлявшего «Ладой» 15-й модели. Якобы тот в районе дорожной развязки пропустил нужный поворот. Но вместо того, чтобы проехать прямо до ближайшего перекрестка, решил все-таки заехать на эстакаду, не обращая внимания на сплошную линию разметки. Как только оказался на крайней правой полосе, «Ладу» протаранила иномарка. У меня машина начала глохнуть, таить, и я ушел, уйти хотел. Включил поворотник и... В свою очередь, парень на отечественном автомобиле вину свою признавать не торопился. Говорит, на дороге ему, конечно, нужно было быть внимательнее, но если бы второй участник ДТП соблюдал скоростной режим, ничего бы не произошло. Он летел как ненормально. Скорость у него большая была. Ну, улетел-то. Он говорит, я кого не превышал, просто растерялся. Наверное, от камня уходил, сюда заехал, сюда выехал. На проспекте Ямашева под мостом в районе улицы Гаврилова камеры видеофиксации скорости висят не везде. На крайне правой полосе, предназначенной для заезда на эстакаду, аппарат под названием «Крис» не установлен. Некоторые автомобилисты этим пользуются, чтобы не сбавлять скорости. Они перестраиваются на этот ряд и продолжают давить на педаль газа. По словам молодого человека на 15-й, мужчина на Митсубиси якобы поступил именно так, поэтому и удар оказался такой силы. То здесь он вам должен был уступить дорогу? Нет уж. Просто дело не выступить дорогу, дело в том, что не надо. Зачем так летать-то? Парень на 15-й заявил, максимум, на что он согласен, это признать обоюдную вину. А для этого готов из принципа даже встречаться в суде. Екатерина Салейкина, Равиль Сайганов, Альберт Доминов, эфир 24. Ганнибал. С понедельника по четверг в 23:30 на телеканале «Эфир».